Сейчас покажу, как я замалосолила огурчики. Так, поднимаем тарелочку. А пахнет... Ой, как пахнет хорошо. Это говорит о том, что огурцы, значит, будут хорошие. Итак, это лист хрена. Лист хрена я выложила полностью в эту емкость. И как бы получилось, знаете, огурцы у меня получились закрытые в этом хрене, полностью вокруг хрен. Дальше, ну, укроп сами понимаете. Чеснок я подавила, это молодой чеснок из огорода. Лист винограда. И все. Специи, черный перец. Острый перец красный, то бишь у меня сухой был. Немного, знаете, чтобы так... Мне нравится, когда чуть-чуть остренькое. Ну, в результате получились вот такие огурчики. Ну и все. На литр воды ложка соли. И я добавляю пол ложки сахара. Сейчас попробую. Слышно, как хрустит? Ой, острые. Угу. Получились такие остренькие. Это красный перец. Красный перец у меня вот просто в такой баночке. Хрустят. И у меня есть вторая порция огурцов. Я буду уже делать банку стеклянную. Чуть побольше, потому что сильно много... В холодильнике занимает место. Все, вот это все прикрыли. Лист виноградный я сделала для эксперимента. Его можно не обязательно. Ну, конечно, укроп, это чеснок, это все обязательно. Вот элементарно получается засолка. День стоит, потом в холодильник убираете, все. Так, это у меня такая засолка. А это уже мой зеленый горох. Вот я начинаю делать. Это у меня уже второй заход. Что я делаю? Просто элементарно замораживаю в холодильнике. Это все на зиму. В холодильнике, в морозилке оно прекрасно сохраняется. Ничего ему не происходит. До самой зимы, ну, до самой зимы не дойдет. Я так думаю, что, наверное, ноябрь месяц уже можно даже использовать. Покажу редьку. Редька в такие еле-еле. Вот как бы она выросла. И видите, какая небольшая, маленькая. И не все, что я высаживала. Большая часть, я скажу, процентов 80 не выросла. Из всего семени, я 2 пачки семени покупала. Очень большой участок заняла эта редька. Но 20% всего лишь выросла редьки. И вот видите, она такая... Ну, а сейчас я буду продолжать очистить горох. Очень сладкий, вкусный горох. А, кто там опять? О, поехали, пошли. Вот они вдвоем. Одна панику нагнала, и вторая следом подгавкивать. Да? Да, вы посмотри, что вы натворили. Они здесь беспорядок хороший навели. Ай-яй-яй-яй, 2 собаки такие шкодные. Рози очень ревнует, и чем она старше становится, тем она очень начинает не любить Эбби. Хотя, когда маленькая была щенком, то Эбби было 3 года, наверное, уже, или 4. А Рози годик. А Эбби ее жалела. Да, Эбби? Скажи, я собака культурная. Я такая интеллигентная. Эбби ее жалела. Лизала. А сейчас, Рози, ты такая неблагодарная. Манюсенькая. Вы посмотрите, какая она маленькая. Да? Хорошенькая такая. Подстригли. Сегодня домой уже поедешь. Все, домой сегодня поедешь. Да? Сегодня тебя заберут хозяева.